Проверка голоса. Раз-два, как слышно? Надеюсь, хорошо слышно. Итак, здравствуйте, граждане! Вы пришли сегодня на бизнес-вебинар от Олега Кофе. Значит, вы единственные, кто записались на курс. У вас всего лишь 2 человека. Ну, сами Господи, понимаете, какое да? Какое же унылое дерьмо. Зачем так, я сюда? Же тебя позор, как зовут? Это сейчас кто из вас сказал? Это кто сейчас вот это все сказал? Это а ну-ка, давай, выходи на сцену, давай, выходи на сцену, давай. Вместо меня сейчас будешь бизнес-вебинар вести. Давай, рассказывай, давай. Значит, вы купили у меня бизнес-вебинар, чтобы научиться зарабатывать деньги, да, и еще будете учить меня, как это правильно делать. Какой кидалово, я не понимаю. Смысл кидал, вы хотите вот на такой вот машине кататься или нет, как я? Вы заложили свою. Я вас слышу и тут, и там, понимаете? Можно как бы, ну, не двоиться, чтобы... Я ничего не закладывал, вы офигевшие, а? Стоп, я не понимаю. Я запустил свой бизнес-вебинар, вы должны были прийти сегодня, да, как бы я вам должен был поделиться с вами информацией. А вы, значит, начинаете насилие тут применять какое-то вообще, а? Что это все вранье? Что это такое начинается, я не понимаю вообще, а? До свидания, вы видели мою машину, сразу. Ой, ясно, короче, ничего вы не понимаете, ничего. Ладно, друзья, всем привет, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, со мной сегодня Андрей Дефай и Макс Фрэнд. Добро пожаловать на проект Китай ТРП на Сервер Санрайз. Есть. Чё надо-то? В списке Forbes есть. Ну нету, и что, и какая разница, вот и понимаешь? А богатый не тот, кто в списке Forbes, а кто духом богат, понимаешь, да? Так что это не самое главное. Не, ну реально, ну пацаны, чё вы все так? Я думал вам поделиться, я тут заставил пару пунктиков, про которые думал сегодня рассказать. Список а вы уехали, я вам даже, понимаете, информацию, секреты, понимаете, не успел поделиться с вами. Вы как выживать вообще в этом мире? Выживать в этом мире, как собираетесь-то вообще? А? Ну нормально. Да блин. Да не, погоди, я выйду на машине, подожди. Сейчас все будут встречать меня с другой стороны просто, все. Ладно, пацаны, поехали в казино. На самом деле, друзья, сегодня... Охуенный способ заработка. Ну конечно. А ты что думал? Конечно, Андрюш, я сегодня... У меня вообще план на эту серию максимально прост. Мы идем в казино, я ставлю деньги, которые я поднял у Максима на серии. Да, там было их очень много. Вот, мы покупаем после того, как я поднимаю много денег, гимеру. И потом я просто на эту гимеру, Андрей, катаюсь просто перед тобой, понимаешь, и все, да. И все. А ты будешь просто завидовать, понимаешь, Андрей? Вот это, ребята, обычный простой план серии. Надеюсь, сегодня все пойдет как по маслу. А подожди, Андрей, ты хочешь сказать, ты не веришь в нас, да? То есть ты не веришь, да, что мы реально способны на такое? Или как? Подожди. Ну, по-дружески вы не должны так сделать. А если не по-дружески? Слышишь, я рассказывал, я пытался рассказать информацию для тебя, Андрей, а ты меня даже не слушал. Где эта дружба? Где дружба тут, а? А кто сказал, что мы друзья? Вот это, кстати, да, тоже верно, Андрей. Никто не говорил, что мы друзья. Ой, ладно, друзья, забыл совсем напомнить, что перед тем, как мы начнем сегодня ставить ставочки и играть в казино по-крупному, вы всегда можете поддержать меня, играя на проекте GTA 5 RP. Для этого достаточно тебе абсолютно на любой сервер нажать на F10, на шестереночку, далее вкладка промокод, и сюда можете вписать промокод кофе, либо промокод фрэш, либо промокод Андивай, который дает вам 12,5 баксов и VIP-статус на 10 дней. Это очень сильно помогает и вам, и нам, поэтому, друзья, мы очень сильно надеемся на вашу поддержку. Так, пацаны, а вы вот в казике, не в казике, значит, да? А где? А с какой стороны ты машину припарковал, Андрей? Просто как бы с Максимом... Ай, понятно. Ну, богатые с другой стороны заезжают, Андрей, понимаю. Ну, реально, да. Так, а сколько у меня фишек, мне интересно, осталось после того, как я... Я не говноед и не собираюсь играть в казино. 50 тысяч фишек. Отлично. Мне это прям нравится. Так, Андрюша, ну побежали, давай, погнали. Знаете, ребят, план сегодня простой. Значит, смотри, максимальная ставка одноразовая, да? Это, по-моему, 5 тысяч фишек, если я не ошибаюсь, да? Так, да, это надо... 15 тысяч, алло. Ну, не, если на 3 разбивать. Если на 3 разбивать, то я просто... ребят, реально хочу сыграть по-крупному. Просто если я поставлю 5 тысяч фишек на какое-нибудь число. Мечтай. И не, оно реально выпадет. Это же, прикиньте, как реально будет круто, а? Умножаю на 32, это 150, да. Разве на 32, а не на 36? На 36. Это же вообще пипец, ладно, ребята. Ладно, я впервые буду сейчас играть. Оно начинается. Ну, все-таки решил послушать советы, да, мои, Андрей? Значит, ты записываешься ко мне на курс. Так, ладно, я ставлю
оставлю 5... Ема просто, что сейчас будет происходить? Я ставлю 5000 фишек на единичку, ставлю 5000 фишек на 13 и ставлю 5000 фишек на 36. Если реально повезет, ребят, это будет вообще шок. Я так же сделал, Олег. Это будет просто шок. Это будет просто реально шок, ребят. Поставьте лайк за такие огромные ставки, потому что мы столько никогда еще не ставили. Это реально просто какое-то безумие. Рис, сколько? А? Это ноль. Минус полтора. Ну, блин, ну такое. Ладно, давай попробуем еще разочек. Блин, ну опасная игра. Просто понимаете, тут дело в том, что здесь есть лимит на количество фишек в день. Именно в день. А это 50 тысяч. То есть мы вот сливаем все вот это, и у нас все. Мы больше не сможем играть в казино. Понимаете, поэтому... Я пока ничего не ставлю, смотрю, как вы проебываете. А, ты вот так вот решил, у тебя тактика воздержания, да? Да какой 20? Ну какой? Я проиграл, я лям проиграл. А я уже два... Сколько? Олег, я уже три ляма проиграл, пацаны. Я уже три ляма проиграл. Думаешь? Давай я поставлю на 1-0. На 1-0 поставил на 1-2. Это будет тильт, это будет просто тильт. Все, у меня, знаете, сколько фишек осталось? У меня осталось 8000 фишек. Все, больше у меня нет. Из этих 8000 фишек... Говорил, алло, бизнес-тренер. Да ничего там не надо. Нормально, все нормально. Ладно, 5000 на черное поставил. Нифига, Андрей, ты даешь, а? Ну давай, ну давай. Скорее всего, красное будет. Ну, я сказал. Ну как, ну в смысле? Ну, так, думали. Ладно, у меня все, у меня есть последний шанс, последняя надежда. Я могу поставить лишь только одну ставку. Либо нет, смотри, либо я ставлю 5000 фишек на одно число, либо я ставлю по 1000 фишек просто на 3 числа. Блин, и что делать-то? Я не знаю. Зеленая. Нет, я, короче, ладно, 36, поставлю 36. Все, я поставил 5000 фишек зеленая, на 36. Блин, зря, зеленая. Не-не-не, все, я поставил 5000 фишек на 36. Грин. Пожалуйста. Это пожалуйста. Красная. Пацаны! У меня 180 тысяч фишек, 180! 18 лямов. Ты Рома на Гимеру поехал? Блядь. Минус Андрей. Ема! Я поставил, чтобы вы понимали, за 2 секунды на начало игры, вы понимаете, насколько? Я 18 мультов поднял. Я поднял 18 мультов в казино. Блядь. Андрюша, как дела? Андрюша, как дела? Так, Олег, это у тебя форши не поднимай. Ема, продать? Я получил 17 миллионов 100 тысяч баксов. Но у меня еще есть 3000 фишек. Ну ладно, 3000 фишек я так уж и будь оставлю в казине. Ема, ребята, лайк это однозначно. Просто на последнюю, у меня все, понимаешь, это была последняя ставка. Больше я ставить просто банально даже дупо не смог. За лимиты, это жесть. Это 18 мультов в казино поднять. Я думаю, ребят, что вы уже думали, что все, я все деньги свои слил, что вот зря я все это делал. Я 300 тысяч поднял. Извиняюсь, простите, не хотели. У меня кошка рожает, блядь, нету средств. Поможете, потому что тут я смотрю, богатенький человек. Блин, извините, не можем помочь, извините. Мы очень бедные. Стой, погоди, а может быть, благодаря тому, что у меня сейчас 17 миллионов на руках, может быть, я в списке Forbes буду или нет? Ну, мне просто интересно. Ай-яй-яй, ну блин. Ну хотя да, вряд ли. Ну поехали тогда за Гимерой, чё? Олег, я горчу, тут теперь минималка 37 миллионов. Да, реально? Блин, а подожди, у меня разве... Ну, у меня там, по-моему, нет, должно, кстати, вот такая вот этот порог нет. Я должен проходить. Вот сейчас должен. Нет. Вот сейчас, по-моему, нет. Должен. Вот сейчас, да. Нет. Ема, просто, я до сих пор не могу поверить в это, что мы выиграли, реально. Это просто. Я сейчас не знаю, подумаю. Сейчас посмотрим. Так, Андрюш, а ты вот цвет какой посоветуешь Гимере сделать? Скажи, пожалуйста. Если это мне подарок, то. В смысле? Какой подарок? Ты что? Красный хочу Гимеру. Не.
Или купить просто пока не это, ну как раз таки пофиксили, как бы, ну я могу ее взять. Я бы Гимеру взял. Или реально Гимеру взять, чтобы Андрюше просто чисто настроение испортить, а? Андрюша, ты не верил в мои бизнес-тренинги. Никто не верил в мои бизнес-тренинги, они сработали сегодня. Кстати, Гимера неплохо так выглядит. Она направляется, Олег. Так, ну, пацаны, смотрите, я долго размышлял между выбором Ловчевана, Андрюша, так уже быть, мы оставим тебя в покое, я не буду покупать Гимеру. Не буду ее брать, оставляю, так уж и быть, и тебе. Но, ребят, у меня выбор, между Кулининым, либо покупать себе Бугатти Вейрон. Да, короче, либо покупая Кулинин за 12 миллионов, либо Бугатти Вейрон. Ну, что ты мне подсказываешь, вот что-то меня прям притягивает в Бугатти. Я хочу... Нет, почему? Кулинин хороший автомобиль, между прочим, это для внедорожника. Для внедорожника он не едет? У тебя даже машины быстрее нету, Андрей. Короче, я, наверное, все-таки буду покупать себе Вейрон, но мне для Вейрона мне нужен миллион, поэтому я сейчас быстренько в банк заеду, закину там, снижку сниму. Вот, ну потому что, ребят, машина дорогая, немножечко не хватает, надо немножечко закинуть. Андрей, куда? Андрей, ты что с ума сошел? Конечно. Так, ну ладно, пацаны, сейчас будете поздравлять меня с приобретением нового транспортного средства. Или может вообще себе взять гольф, смотри, за 200 тысяч, а? Это нормальная машина, нормальный. Если бы ты купил Гимеру, то я бы поздравлял бы, реально. Не, ну ладно, Андрюша уже ее забронировал уже давно, поэтому я не буду ее себе покупать. Я подниму бабла в казино, и я ее куплю. Ну давай, давай, удачи. Друзья, какой цвет уже всего сделать ей, я не знаю, может быть, ну не ой. Ну да, где-то я такое видел, по-моему, знаешь, да? Где она? Вот она. Ну ничего страшного, я думаю, понимаешь, Форбс, чтобы попасть в Форбс, это не дело, понимаешь, однодневное. Это, спасибо большое, спасибо. Это реально крутая тачка. Спасибо, да. Спасибо, Андрюша, спасибо. Ну на самом деле, я знаю, почему ты это говоришь, потому что я не купил себе Гимеру, да. Я сам себе хотел Бугатти. Да, конечно, да. Конечно. Меня крашено. Класс. Ну что ж, друзья, я перезашел, и прямо сейчас мы приступаем к полному тюнингу моей новой Bugatti Veyron. Так, у нас что вообще по внутренним модификациям? Ocean двигатель стоит почти 90 тысяч, понимаю, вот это да, гоночные тормоза. Коллега, это Bugatti, что хотел? Не, ну так понятное дело, что все будет стоить копеечку, вот там не обойдется. Ну да, спасибо, было бы неплохо, или ты не мне это говоришь? Я перекрашу, свою. Ой, блин, 50 тысяч стоит раллиная подвеска, ема, столько денег уйдет сейчас на это. Тюнинг, это просто жесть. Так, ну пацаны, вроде бы я все закончил. Значит, смотрите, моя машинка, ну что это за... Ну финик, ну иди, смотри. Да что? Да нет, уже поцарапали машину. Ой, Андрей, а что это? Почему у тебя розового цвета сиан? Почему? Скажи, пожалуйста. Я перекрасил пока, что мне нравится такой. Ё-моё. Ну пацаны, ну не знаю, мне нравится реально. Я прям не знаю, я прям кайфую. Ну смотри, ну красота, ну красота. Так, да куда ты едешь? Да опять этот финик, ё-моё. Давайте, готовы? Да. Давайте, 3, 2... Макс, крыса ебаная. Вы что, офигели? Я как даже один не сказал, вы уже поехали, а? Андрей догнать меня не может. Ой. Так, алё, у тебя третья стоит. Ой. А ты еще не прокачивал свою? Нет еще, конечно. Ну, понятно, Андрей, что такое-то, а? Когда прокачаю, Макс, дайте мне хотя бы максималку протестить, чтобы я хотя бы сам для себя знал, насколько я могу сильно разгоняться на этом автомобиле. 400... Ну, 470... Ну, неплохо. Слушайте, неплохо, нормально. Все, осталось только припарковать красивенько этот автомобиль перед моим новым домом, ребята, и тогда все будет идеально. Так, пацаны, просьба, пожалуйста, соблюдать, да, скоростной режим, да. Все-таки здесь у нас поселочки, да, вот. А это что за чудо-юдо здесь? Это что за клоуны? Андрей, стой, погоди, давай поговорим. Да, здравствуйте. Что случилось, что такое? Нам нужен человек в оранжевой машинке. В оранжевой машинке? Ну вон он, забирайте его. Нет, стоять, стойте. Давайте поговорим, давайте все решим мирным путем. Давайте, во-первых, уберите, пожалуйста, оружие, да? Вы находитесь в данный момент на частной территории, также я являюсь сотрудником полиции, понимаете, да, что у вас могут быть большие неприятности после этого. Камеры
камера наблюдения находится по всей территории, по всему периметру дома, понимаете, как бы, да? Я вам просто по-хорошему. Я вам просто по-хорошему предупреждаю, вам лучше уехать отсюда, и я забуду про эту ситуацию, иначе прямо сейчас приезжает сразу несколько патрульных машин, и вы сюда отсюда просто живыми не уйдете, понимаете? А теперь говорим, мы гражданин. Вы находитесь. Ну что, мы находимся, На нас нет никаких опознавательных знаков. Да главный петух на районе, блин, вот и опознавательный знак, блядь, задолбанный в жопу. А при чем здесь опознавательные знаки? Вас сейчас просто прижучат прямо здесь, понимаете? Если вы дернетесь. Вы пробрались на территорию незаконным путем. У меня везде тут охранная система. У меня везде здесь стоит охранная система. Как только вы проникли на территорию, был звоночек, так сказать. Так что полиция уже едет, понимаете? Поэтому я вам говорю, вам лучше уехать прямо сейчас отсюда. Гражданин, покидаем территорию. Не, это вообще нормально, просто два чула, у меня на территории, что за фигня? Нормально они ебашат, с нихуя. Может, вы прекратите стрелять по всем налево, направо, как бы, или вам вообще все равно? Отлетаешь, долбоёб. Нам нужен этот человек, один-единственный. Для чего он вам нужен? Нахуя? Хуя сосать? Не, ребят, он не из ваших. Так для чего он вам нужен? Ребят, он вам хуй сосать не даст. Дай его словечки. За какие словечки? Я все по факту. Вы как крысу берете людей стреляете. Макс, ты можешь уехать? Ты на машине, ты уедешь. Давай, ехать далеко, а ты уедешь просто. Но все равно Андрей валяется, все равно, а я-то что? Готов уезжать? Ладно, идите нахуй, нищие. Ну, что, давай. Макс, я что, такие ворота поехал, а? Что еще раз говорите? По мне, блядь. Что, так а я при чем? Если вам нужен. Вам нужен был человек в оранжевой машине, он уехал. У меня вопрос: как разговаривает этот человек, когда он мертвый? Нормально. В смысле, я ничего не слышу. Все, ребят, вы понимаете, вы бы вот если бы нормально зашли, я бы чайком угостил, кофейка бы предложил бы вам. А вы сразу с ружьем, понимаете, залетаете ко мне домой. Ну все, давайте, всего вам хорошего, до свидания, гражданина. Вообще, подожди, у них нету РП взлому. Ну хоть. Блин, ну все! Тут сколько людей Ема! Просто ужас какой-то! Вы хотите сказать, что это нормально, да? Что вы расстреляли тут всех налево-направо, как бы незаконно было. Нет, подождите, они сами начали стрелять. Мы не применяли. Господи, бедные люди, реально, а. Так а что? Ну, вы можете, единственное, что вам осталось сделать, это только покинуть территорию, вы что-то понимаете, да? Незаконное проникновение, применение оружия, понимаете, угроза жизни мы для. Мы готовы понести указания. Ну так все, езжайте, давайте своей дорогой, пока вас не арестовали. Гражданин. Что ж? Сейчас нам даем понять ручки за голову. Так я вам еще раз говорю, по правилам вас должно быть в два раза больше, понимаете? Вон у меня друзья валяются. Так это не работает. Ну вы что валяются? Ну так это не работает же. Ну они мертвые, гражданин. Понимаете? Что, ладно, что, руки за голову поднять? Ручки за голову, да, мы уезжаем. Ищем вашего дружка просто. Нас оставляем в покое. Не, ну это вообще жесть какая-то, если честно. Минус 3 косаря, 3 косаря забрал у меня. Привет. Это бред! Вот, кстати, Попуски. я не знаю, насколько это вообще правильно по РП и законно, ребят, напишите, пожалуйста, в комментах. Ну просто проникновение на частную территорию незаконное, вот так вот просто вломились, просто людей всех поубивали, здесь это просто какая-то реально жесть. О, я не ожидал, что все закончится именно так, ребят. Я думал, мы сейчас приедем, а красивенько машину. Макс, кстати, можешь приезжать уже, они уехали. Я думал, машинку красивенько поставим и все, а тут вот такая вот дичь, это просто какой-то капец. Ладно, друзья, я предлагаю на этом таком вот странном немного моменте закончить нашу сегодняшнюю серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Поставили лайк, подписались, конечно же, на канал. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Также под описанием указан промокод, ребята, обязательно им пользуйтесь. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока-пока.